16 октября мы хотели официально открыть Кайдзен-центр. Ну, как вы знаете, у нас еще сессии проходят, Кайдзен-сессии. Мы приятно с полезным совмещаем. Поэтому сегодня у нас открытие будут производить наши партнеры, учредители Алмай Университи в лице президента Асылбек Базарбаевича и Эрик Ахметханович, наш непосредственно учредитель компании Асадель Партнерс. Поэтому я хотел бы предоставить такую возможность вам сегодня открыть наш центр и стартовать весь этот учебный процесс. Ровно год назад многие из нас посещали Японию, и мы пытались проникнуться этим духом той страны и пытались понять, в чем же все-таки вот секрет успеха крупнейшей корпорации Toyota. Мы много читали книг, мы проходили свой путь в разных компаниях и в разных предприятиях, и именно тогда зародилась вот эта мечта создать центр, который был бы у нас в Казахстане, и мы все вместе, как участники одной большой группы, как единомышленники, могли бы, ну, посещать этот центр. Нам хотелось передать вот тот дух всем нашим работникам, кто не был, кто не смог посетить Японию, кто не был на заводах, кто не видел вот того трепетного отношения к производственной системе, которая выстроена, наверное, за многие годы, но это некая философия. Конечно же, я надеюсь, что в наших компаниях есть свой особый дух, у каждой компании есть свой особый путь, но вот именно Кайдзен-центр, он сможет вот привнести свое особенное отношение к производственной системе каждой компании. Ну и привнесет все-таки некий особый дух в наши компании. Я хотел бы сказать Асылбеку Базарбаевичу большое спасибо. Мы вместе тогда посетили Японию. И, наверное, тогда не думали, не гадали, что у нас все-таки получится. У нас получилось. Ну, сегодня мы разрезали ленточку, как говорится, первые шаги этому центру даны. Я хотел бы сказать Кумару и Динаре большое спасибо, потому что чувствовалось, как они вкладывают душу в этот проект. Я вот смотрю, все красиво. Я думаю, мы сами все это ощутим. С каждым днем, с каждым месяцем мы будем проводить здесь наши сессии и узнаем много очень полезного, много хорошего. Ну, и я думаю, что Кайдзен-центр, он нас еще и в какой-то степени сплочает. Все мы вместе, собираясь на Кайдзен-сессиях, мы становимся друг другу ближе. Потому что в производственных делах многие компании, они даже не соприкасаются друг к другу, но зная друг друга, иногда мы учимся друг у друга. У нас в прошлом году каждая из компаний показывала успех и как в компаниях внедряются те иные принципы. Ну, было очень поучительно, было очень интересно. Всем спасибо. Стратегическому партнеру Алмай Университи, президент Асылбек Базарбаевич, хотел бы, чтобы вы сказали. Ну, мы рады всех приветствовать в нашем университете. Вообще мероприятие, на мой взгляд, с одной стороны знаковое, ну, это создание Кайдзен-центра. С другой стороны, оно значит гораздо больше для Казахстана. Вообще, я считаю, вообще в жизни, в странах, в бизнесе, главную роль играет менеджмент. Если менеджмент правильно поставлен, все вопросы будут решены. И недостатка ресурсов не будет, и с качеством будут хорошие вопросы, и человеческий потенциал будет правильно подбираться и использоваться. И вот, открывая такой центр, мы на самом деле совместно с Adelphi Partners помогаем поставить правильный приоритет в менеджменте. То есть повышение эффективности менеджмента в Казахстане – это задача номер один. И вот по большому счету вот такой шаг сегодня происходит.
Но этот шаг происходит не только эта значимость. Значимость, конечно же, здесь идет смычка между бизнесом и образованием. То есть ваша группа компаний, и в том числе там сам Кайдзен-центр и Алматы Менеджмент Университет хотят создать стратегическое партнерство, устойчивое партнерство, долгосрочное партнерство. Да, мы начнем с вашей группы компаний, как мы договаривались, но потом будут привлекаться все другие. То есть, в принципе, центр, он как коммерческий центр, открыт для всех. Но мы со своей стороны хотим придать устойчивость, долгосрочность. И то, что центр, с одной стороны, в рабочем порядке называется Кайдзен-центр, но на самом деле он зарегистрирован как центр производительности и качества. То есть после освоения этой площадки, на самом деле много соседних площадок, которые так нужны бизнесу Казахстана вообще, для того, чтобы он был высокоэффективен. Ведь когда мы говорим, что Казахстан должен идти вперед, надо понимать, если есть высокая производительность, Казахстан развитая страна. Если низкая производительность, Казахстан неразвитая страна, страна третьего мира. И для нас такой проект является и престижным, и интересным. Но с другой стороны, мы надеемся, что наоборот, наши преподаватели будут работать вместе с вами, тоже вначале будут учиться, но обеспечивать 24 часа в сутки или 7 дней в неделю, или 365 дней в году. А мы как университет, это наш основной бизнес, мы готовы это делать. Но дополнительно проводя исследования, дополнительно заниматься консультированием, то есть ставить это такое, на добротную методологическую основу. В этом наша роль в этом проекте, и мы рады, что вот в этом проекте правильное сочетание бизнеса и образования уже есть, и оно, я уверен, принесет синергический эффект. То есть 1 плюс 1 у нас будет равно не 2, даже не 3, а где-то 5, а может больше. У нас торжественная часть заканчивается, начинается рабочая. Сейчас возьмем лопаты, будем работать. Шучу. Я хотел самое главное представить, что так как съездили в Японию, и первые открыватели были Кайдзен-центра, это корпорация Toyota, которая своих сотрудников учит именно качеству и производительности в своем Кайдзен-центре. Вы видите то же самое, что и находится в Toyota, только чуть-чуть с улучшениями некоторыми. И этому способствовало то, что мы работаем тоже с партнерами с Российской Федерации. И сегодня наш спикер, наш помощник, человек, который поведет нас по этому центру, Ирина Юрьевна Решетникова. Сертифицированный эксперт TPS 4 уровня. То есть прошу жаловать. 4 уровня, это как 9 этаж? Да, это черный пояс, можно сказать, да, там, карате. То есть сегодня мы будем вести программу практически стоя, потому что придется работать, трогать, щупать, играть. И у нас практически все обучение будет построено по такому принципу, что скучать не придется. Начнем. Всем доброе утро. Я очень рада посетить ваш центр. Очень рада поприсутствовать на открытии. И хотелось бы сегодня познакомить вас именно с той концепцией, которая будет здесь транслироваться, передаваться, и, соответственно, той методологии, которой будет обучать здесь ваши сотрудники и коллеги. Это не просто центр, где вы будете сидеть и слушать лектора. Это интерактивный центр, где вы сами самостоятельно, руками будете приобретать тот навык, который затем будете транслировать на свои предприятия. И это очень здорово. Поэтому я вас всех приглашаю, сделаю вам небольшую экскурсию, расскажу вообще концепцию, которая здесь проработана и передана вашему центру. Спасибо. Прошу всех. Здесь несколько зон. Они как раз в концепции будут повторять ту технологию работы, которая есть в вашей компании. То есть в любой компании есть административные процессы, есть логистические процессы, информационные и, соответственно, само производство. Поэтому вот весь учебный блок, он как раз и позволит вам на разном уровне почувствовать и отработать технологию Кайдзен и увидеть действительно те эффективные моменты, те здравые зернышки, которые помогут вам и в ваших реальных рабочих процессах получить хороший результат. Прежде всего, это сама учебная зона. Здесь вот мы видим, у нас рабочее место Кайдзен-лидера, и ваши спикеры будут как раз вот
работать непосредственно в этом уголке. Это образец, эталон того, как в реальности вы можете организовать свое рабочее место. То есть здесь все, что конкретно необходимо для рабочего процесса, все визуализировано, все под рукой, и, соответственно, во время обучения достаточно буквально посмотреть, кинуть взгляд, посмотреть, что необходимо, и взять то, что необходимо, и использовать. И вот эта концепция, вы ее уже будете потом переносить в тот рабочий процесс, который будет происходить во время учебного мероприятия. Пройдемте дальше. Начинается наш учебный процесс, конечно, с административных, с офисных процессов. И здесь, когда будут работать две команды, как раз для двух команд вот организованы такие два офисных рабочих места, как вы считаете? Вот в сравнении с тем, что мы видели в первом блоке, вот что здесь хорошо, что здесь плохо? Бардак. Бардак, да? Вот что значит бардак? Неупорядоченно, так. Неправильная эргономика рабочих мест. То есть это тоже своего рода тренажер, который позволяет в ходе обучения отрабатывать навыки правильного организации офисного пространства. Поэтому здесь во время учебы вы как раз и будете отрабатывать 5С или культуру производства именно в офисном направлении. Причем можно еще использовать и интерактивные доски. Вот здесь тоже можно посмотреть. Это для сотрудников центра организована такая доска, но вы ее можете активно использовать и у себя. То есть мы видим сотрудники, видим рабочий процесс, да, из скольких направлений состоит. И, соответственно, вы как руководитель можете стикерами обозначать те задачи, которые необходимо сотрудникам выполнить в течение рабочего процесса, и, соответственно, передвигать состояние рабочих результатов рабочей деятельности и оценивать, то есть в каком состоянии вы находитесь. То есть все наглядно, все доступно, и, соответственно, вы как руководитель уже не тратите лишних движений на то, чтобы разобраться, что вообще происходит, кто что сделал, кто что нет. Да, и вот здесь вот еще как бы блок, это как раз кайдзен работа, когда есть проблемы, есть предложения, и вы с сотрудниками, соответственно, прорабатываете все, что необходимо. Следующий у нас блок – это уже логистика, это уже работа с обеспечением, с товарно-материальными ценностями. И блок логистики, он тоже у нас разбит, во-первых, на показ того, как можно организовать процесс обеспечения. И с другой стороны, здесь у нас блок для отработки уже навыков в ходе обучения. Ну вот здесь вот, например, мы видим, как должно быть в более таком упрощенном виде организована система хранения и обеспечения, например, теми же самыми канцелярскими товарами. То есть бывает очень часто, что, например, вам что-то необходимо, это закончилось, и вы начинаете опять же тратить время на то, чтобы вот разобраться, где что купить и так далее. Да? А здесь вот уже показана система Kanban. То есть, во-первых, опять же, видно адресное хранение, где что находится. И вот мы видим тут такой вот ящичек, и здесь уже вот есть такие карточки. Что это значит? Это значит, что три позиции, которые надо будет при следующей закупке закупить. То есть не надо пересчитывать уже, что есть, чего нет, что там заканчивается. Вы просто берете эти карточки. И, соответственно, ваш менеджер по закупке просто закупает все, что необходимо. Все это приходит откуда? Приходит вот со стеллажа, который имеет обозначение, то есть в каждой позиции есть свое место хранения, и есть так называемый лимит. Вот видим, например, ножницы, две штуки, это минимум, перевязаны такой резиночкой. Да, то есть если, например, кто-то использует ножницы и дошли вот до этого страхового запаса, то есть что приходится делать? То есть, да, достать ножницы, да, и, соответственно, у вас в руках появляется вот такая вот карточка, которую вы просто сюда складываете. Все. То есть вроде бы элементарный вариант, да, но дает вам
возможность уже не отвлекаться от обеспечения вас сырьем, материалами и так далее. Это элементарно на канцелярских товарах. Это же переходит и в зону, соответственно, уже более сложных материальных ценностей, это детали, изделия и так далее. То есть таким же образом можно это все сделать. То есть это вот как должно быть, в принципе, а здесь вы уже сами в производственной зоне это будете все организовывать самостоятельно, все пробовать. И вот для того, чтобы вам показать вообще концепцию производственного направления улучшения, мы тоже сделали такой вариант, как до учебы, да, и к чему вы должны во время учебы стремиться. Поэтому я вас сюда тоже прошу подойти, и мы с вами посмотрим. Итак, первое, куда бы я вас попросила посмотреть, это, конечно, вот налево. Это вот у нас рабочая линия команды номер 2. Когда вы начинаете процесс обучения, у вас будет вот все вот в таком виде. Опять же вопрос, как вы считаете, здесь все хорошо? Вы уже с кайдзен-работой сталкивались, да? Здесь нужно применить систему 5С. Так, почему нужно применить? Потому что все лежит на своем месте, нужно расставить так, чтобы можно было удобно работать. То есть здесь такой своего рода, ну, творческий процесс организации мест, да? Все вроде бы есть, но вот оно все в каком-то таком месте. Технологию тут надо искать, еще разбираться, да, где тут что. Представьте, если вдруг работник не нашел того материала, той детали, изделия, которое ему необходимо. Это будет потери, да, и что придется ему делать? Опять же, идти на склад, теперь посмотрим склад, да, вот как мы здесь быстро тут найдем, достаточно сложно, потому что все опять же навалом, все неудобно, и вот с этими проблемами мы, как правило, встречаемся в реальной жизни, да. И вот когда мы начинаем здесь процесс, во-первых, анализа, понимания, что у нас здесь хорошо, что здесь плохо, мы начинаем уже, соответственно, улучшать. Улучшать через, опять же, кайдзен-работу, прежде всего через разбор того, тех потерь, которые здесь есть. И здесь мы с вами используем вот такие вот интерактивные доски, которые позволяют нам провести... Вот в Японии называются кружки качества, то есть разобраться с текущей ситуацией. Можем строить диаграмму загрузки, то есть проводить хронометраж, смотреть, где у нас какие потери, набрасывать как раз те предложения, которые у нас есть, и с теми проблемами, которые нас очень сильно определяют, уже проработать с точки зрения улучшения. И как раз вот с этой стороны мы попробовали как раз один из вариантов, их очень много, показать, какие улучшения можно сделать, да, и к чему ваши абитуриенты, учащиеся должны стремиться. Во-первых, опять же, адресное хранение, да, то есть каждый лоточек, он имеет рабочее место, и сама логистика, то есть уже четкая технология, она перед глазами, она уже визуализирована, есть определенная логистика обеспечения материалами, все расставлено как необходимо, у вас освобождается тара, да, что с ней делать, то есть как человек, который обеспечивает вас, должен быстро поставить вам то, что необходимо. А так как здесь обозначения все есть, мы просто берем и лоточек отправляем в зону логиста. Да? Все. А с той стороны уже смотрит, что необходимо взять и куда, на какое место привезти. И вот видите, он вот везет, например, на второе рабочее место. То есть опять же со склада все уже скомплектовано. Вот этот вариант логистики называется комплектная доставка, например. Вот в этом случае у нас как раз уже единичная поставка с точки зрения конкретной продукции. Здесь разные. Для чего этот угол наклона сделал? Автоматическая подача, да. И то же самое обратно, когда контейнер освобождается. То есть рабочим уже не надо нести никуда эту тару. Кроме того, здесь тоже мы видим линию, да. То есть если мы, например, здесь что-то уже собрали, произвели какое-то
действие рабочее, да? Тоже рабочему не надо двигаться, он просто отправляет следующему, да, данную продукцию. Ну вот здесь вот, например, вариант, когда мы сверху, да, организовали логистику обратную. Здесь мы видим, можно вот, например, такой вариант, да? То есть здесь уже различные варианты, вы можете в ходе процесса креативить, думать, смотреть и предлагать свои неординарные решения. То есть вот таким образом уже, например, обученные ваши сотрудники, вы в том числе можете как раз пробовать и отрабатывать навык применения кайдзен в рабочих процессах. Ну и, соответственно, в складе, чтобы логист понимал, откуда взять и куда привезти, та же самая информация, да? Полка, здесь ячейки, которые имеют обозначение рабочего места, и, соответственно, от той полки, которую везут. Все. То есть максимально проработан процесс логистики и обеспечения материалами. Ну вот таким образом здесь проработан весь процесс, начиная от офиса, заканчивая производством, и вы можете сами своими руками все это попробовать, кайдзен работу, поучаствовать в кружках качества, ну и проработать вопрос именно коммуникации и общения с персоналом. Это тоже очень важно. Предлагаю поучаствовать в небольшой кайдзен-работе. Все желающие могут присоединиться к рабочим командам, а все остальные будут активно поддерживать две команды. Хорошо? Так что пройдемте. 9 сюда человек и 9 сюда. Кто хочет попробовать себя в кайдзен-работе и в проведении кружка качества? А каждая команда будет оцениваться с точки зрения креативности и правильности выполнения той задачи, которую я вам сейчас обозначу. Задача будет одна, но пути решения у этой задачи очень много, поэтому посмотрим, как ваши команды справятся. Итак, ситуация следующая. У вас реальный рабочий процесс. Есть даже технология, да? Вот такая технология, по которой рабочие на данном рабочем процессе выполняют изготовление вот такой вот детальки. Конечно, в реальности для того, чтобы согнуть вот такую вот железную заготовку, необходим более такой массивный станок, но он как раз похож вот на ту деревянную модель, которая у вас здесь представлена. На станке выполняют вот такую вот детальку. Вот из такой прямой заготовочки. Вот прямая заготовочка. Но, к сожалению, и технология, и данный станок позволяет работнику в какой-то ситуации сделать бракованное изделие. И появляется вот такой вот брак. В чем отличие? Не в ту сторону. Да. То есть вот этот станочек, он позволяет работнику загнуть в другую сторону. Нет, да, почему? Одинаковые же? Нет, они разные. Они разные. Вот, вот этот. Да. Вот здесь корректно, бракован, потому что не в ту сторону выгнали. Вот брак у вас здесь есть, да. Поэтому сейчас мы вам даем полчаса. Ваша задача, вот у вас есть заготовочка. Есть кайдзен материалы, то есть здесь и пластилин, и скотч, и скрепки, и линейка, и изолента разных цветов. Здесь картон, есть ножницы, есть скотч. Поэтому ваша задача за полчаса, все желающие могут помогать, болеть за свою команду, предлагать свои идеи, придумать такое профилактическое действие, чтобы, во-первых, можно было поставить деталь только так и больше никак, и загнуть только правильно, чтобы никаких нарушений и любых вариантов брака здесь невозможно было допустить. Понятна задача? Да. Отлично. Я засекаю время.
Да, да. Поставить там задачку. Уважаемые коллеги, у нас активно, даже больше полчаса, две команды работали над креативной идеей, пробовали себя в системе кружка качества. У них уже что-то получилось. Поэтому мы сейчас посмотрим, как вот такой неординарный подход помог нам решить ту задачу, которую я поставила перед командами. Очень важный критерий системы Кайдзен – это вовлечение персонала в процесс. Вы, наверное, все знаете, да? Но когда мы, как руководители, начинаем общаться с персоналом, иногда мы забываем об уважении и о вовлечении персонала, о правильном отношении к ним. Вот сейчас, если я дать качественную обратную связь командам друг друга, как правило, что начинаем делать? Ну, как правило, спорить и критиковать. Вот это реальная картина того, что происходит. Поэтому здесь есть очень важное правило, которому важно следовать в ходе особенно рабочих каких-то ситуаций. Это правило качественной обратной связи. Что оно обозначает? Когда мы даем обратную связь персоналу, с чего, как правило, мы как руководители должны начинать? Плюса. Обязательно надо у своих подчиненных, у коллег обязательно найти положительные моменты и сказать хорошие, позитивные слова, что хорошо. Правильно? Поэтому, когда нам наши команды сейчас будут представлять свои варианты, я попрошу вас всех именно дать качественную обратную связь командам. Не критиковать, что здесь что-то они сделали, опять что-то недоработали, а именно увидеть те идеи правильные, плюсы, которые они действительно здесь молодцы, потрудились и отработали. То есть что хорошего, что интересного, что правильного они проработали. Вот это плюс. Да? Следующее, что мы здесь вводим в рамках качественной обратной связи, это вот такой минус. Но не критика. Как говорят, критикуйте, предлагайте. То есть минус рассматривается с точки зрения того, чтобы вы порекомендовали еще доработать, на что обратить внимание. Понятно? То есть не просто это не работает, да, и все, а именно вот давайте вот здесь чуть-чуть что-то усовершенствуем, улучшим. И заканчиваем опять качественную обратную связь. Чем? Плюсом. Наших коллег надо похвалить, сказать, что они все-таки молодцы. Они полчаса активно работали. Вот это правило называется правило бутерброда. Когда вы не просто критикуете, несете негатив в общении, а именно с точки зрения конструктивных вещей прорабатываете тот результат, который есть на сегодняшний момент. Надеюсь, что вот этот инструментарий будет вам хорошим таким маячком, и вы его активно будете использовать. И даже не только в рабочем процессе, но и в жизни, особенно со своими близкими. То есть убирайте максимально негатив, то есть хвалите, да, конструктивные предложения и опять же позитивные слова. Ну что, команды готовы? Итак, начнем с первой команды. Значит, их задача была подумать, что можно сделать с технологией и с приспособлением такого, чтобы в следующие процессы, да, рабочий, который будет здесь работать, не нарушал и делал только качественно. Вот этот инструментарий называется встраивание качества в процесс. Слово вам. Спасибо. Итак, дорогие коллеги, хочу немного введения сделать для тех, кто не активно участвовал. Так, у нас есть задача, рабочий делает такие там заготовки и совершил брак. То есть мы должны автоматизировать ему процесс, чтобы он, ну, то есть меньше думал и больше успевал делать. И у нас есть ряд задач, которые, ну, то есть у нас есть схема, по которой должен вот такую заготовку превратить, ну, в такой готовый продукт.
У нас есть помощник, как, в принципе, например, хочу обратить внимание, на что мы тоже обратили внимание. Здесь 90 градусов, здесь больше 90, да? Итак, мы решили, что, наверное, не используя вот такие особенности, и не используя такие особенности, как дырочки, и была произведена ошибка. Итак, мы решили воспользоваться как можно большим количеством помощников для рабочего, чтобы он не совершил ошибки. Например, указать в самих тисках, это рабочий его инструмент, который неизменен, ему поступает только одна деталь. Итак, первый момент, первый процесс у нас стоит вот одна дырочка, то есть помощник, да, то есть мы поставили вот в середину первую цифру 1, это означает, нужно начать с него. Дырочка помогает нам понять именно какой угол и какое окончание нужно положить. И здесь самый главный момент, мы должны взять правильно эту заготовку, и чтобы погнуть ее, так скажем, не так, ну, в правильном положении. Спасибо. И вот здесь мы поставили такие ограничители, как вот с левой стороны мы нарисовали раз, что здесь у нас выемка. Снизу мы еще один подсказку нарисовали, что здесь выемка должна оказаться, вот видите, обратите внимание, с левой стороны. И здесь тоже ограничитель поставили, и с правой стороны. То есть, если мы положим ее, обратно. В этом, да, обратной стороной, тогда у нас не получится, потому что у нас есть ограничитель. Он нам позволит до конца ее положить только в этом направлении. Видите, это, конечно, не совсем идеально, но примерно технология работает в таком формате. Он загнул ее, есть первый момент. Да? Теперь второй момент, мы вот видим цифру 2, и там 4 точки вот нарисованы. Да? Он сразу обращает внимание на эти точки, видит здесь, здесь и здесь, где должна оказаться вот эта выемка, окей, положил, и видит стрелку, да, куда нужно гнуть. Вот. И вообще мы этот процесс гнуть, вот здесь нарисовано сначала гнем к себе, а потом от себя. Мы этот процесс весь убрали и поставили только один процесс. Гнем от себя постоянно. И теперь третий момент. Здесь 4 точки, и мы видим здесь помощник нарисованный, и здесь тоже нарисованы. Шаг номер 3. Да, шаг номер 3. Пойдем, гнем, и наша деталь вот проработана. Можем положить ее. И вот. Здесь можно аплодисменты. Молодцы! Ну что, замечательно. Да. Ваша качественная обратная связь к команде. С плюса. Да. Первое, то, что они сделали, это самое главное, что мне больше нравится. Они практически не дали работнику других вариантов действий. Угу. То есть, во-первых, очень мало вводных для него. То есть, вот как первые рисунки показывают, да, вот вперед, назад, теперь только от себя. Да. Это очень важно, это легче всего запомнить. Да, очень понравилось ограничители, которые они поставили. Угу. То есть, даже если человек, например, делает там уже 100 тысяч таких деталей, понятно, уже руки онемели, голова отключилась, и если он автоматически поставит его неправильно, это называется система Пока-Йока, то есть она ему не даст просто встать в этот пазл. То есть они сделали максимально ограничили его от совершения каких-либо ошибок. Это, я считаю, очень супер сделано. Визуализация очень хорошо проделана, особенно снизу и именно где проходят детали. Потому что человек, он когда смотрит, он автоматически смотрит на свои руки, где положение его руки. Если это было где-то сверху или снизу справа, было бы, конечно, неудобно. А вот это, я считаю, очень классно, супер. Главное, у них это получилось. Спасибо. Так. Ну и последний плюс, да, что команда... Молодцы. Молодцы, давайте им похлопаем. И еще одна. И еще одна команда у нас также работала над такой же задачей. И обратите внимание, задача одна, а сколько интересных решений. То есть у них свой подход. Так что слово второй команде. Ну, у нас два решения, один девчачий, другой мальчишки. Мальчики, да. Мальчики, да, давайте. Спасибо. У нас такое решение, что мы пытались не только создать визуализацию, то есть у нас здесь тоже нарисовано, какую деталь, какой стороной надо ставить.
здесь тоже стоят цифры, но мы пытались создать какие-то физические барьеры, чтобы невозможно было, например, повернуть ее так. Uh-huh. То есть если начать вот с узкой детали, которая должна быть первая, мы ее вот здесь вот делали такие наросты, что если ты ее вставляешь, то она до конца не садится. Если вот этой стороны, например, вставляешь, но автоматом сбирается. То есть мы сюда загибаем. С этой стороны мы тоже решили, что мы загибаем только в ту сторону, поэтому с этой стороны мы ставим барьеры, физически нельзя сюда погнуть. Потом мы раскрутили вот эту деталь, потому что у нас деталь получалась, что если один угол мы загибаем, то второй не дает загнуться в ту же сторону, uh-huh. поэтому мы ее выгнули, с другой стороны оставили эту, чтобы uh-huh. можно было тиски все-таки затягивать. Uh-huh. Ну и в принципе мы здесь создали как бы такое визуальное пространство, что здесь узко, что сюда uh-huh. большую не вставишь. А здесь оставили большие, что две детали, которые пошире, вот эта и эта сторона, они загибаются тоже только в ту сторону, потому что с этой стороны физически не стена, поэтому мы ее загибаем. Но вторую, третью мы почему поставили, потому что если перепутать, то одна из сторон тоже не даст загнуться даже туда. Вот такое вот у нас решение. Отлично, продемонстрируйте нам. Еще ограничители на самой детали, потому ага. что мы понимаем, что это защита от урока. Мы не знаем, какой оператор у нас будет, то есть максимально физически он не может никак по-другому загнуть или поставить. Итак, первая у нас операция, значит, вставляем, да, загибаем. До конца, угу. она вот дает как раз потому, что мы той стороны загибаемся. Так. Так. Вторую. Здесь, например, рисунок. Выглядит слишком. Это я. Сюда мы загибаем. И последняя, она уже загнута тоже. Сюда, да, назад? Наоборот, нужно. Ваша, наоборот. Она вам не даст загнуть вашу согнутую. Ваша ограничитель. Нет, вот у нас согнута, да. правильно? Мы это вставляем так. Потому что она сюда уже не удастся, поэтому мы ее загибаем в обратную сторону. Она у нас загнута получается. И последний. Так. Третий. В какую сторону? Да, вот. Чуть-чуть нижнюю, вот это. Да, мы убрали, да. И столько в нас от себя, чтобы запутаться. Да, да. Ага. Вот мы сделали все от себя. То есть он не сможет ее сделать. Вот видите, получается, все детали мы убрали от себя, чтобы не запутаться. А вот последний был на себя, поэтому он дала. Но у вас нет ограничителя на себя. Да, да. Вариант есть еще, да? Да. Да, постой. У нас там будет ограничитель направления на самом деле, да, которое, ну, говоришь, его надо стоит ограничить. Если бы, да, мы учли, что он умеет читать, мы бы, да, вопрос можно нарисовать. Но тут вопрос, что это физически, да. Может быть, еще и дальтоник. Так, ну что, отлично. Немножко здесь, да, вариант доработать. Ну, как раз вы и посмотрели, да, где что еще надо улучшить. Вот в Японии есть очень интересная пословица. Возьмите ее тоже на вооружение себе. Звучит она так: «Йотто минай, то вакаранай». Не попробуете, не узнаете. Поэтому вот есть идея, не тормозите процесс на идее. То есть идите и пробуйте, тогда вы увидите, как раз получится, не получится, и где что еще надо доработать. Хорошо? И второй вариант у нас у девочек. Да. Ну, у девочек совсем все упрощенно. Мы, конечно, даже не обратили внимания, что здесь разные сборы. Но мы усовершенствовали немножко саму деталь. То есть мы на эту деталь уже наклеили дополнительные ограничители, да? То есть это сделается уже, когда эта деталь будет вырезаться, да? И он, если вставляет, да, допустим, вот сюда. Вот эта деталь не дает ему, да, полностью ее отогнуть. Значит, он понимает, что ее нужно гнуть только сюда. Ну и здесь то же самое, и получается та деталь, которая там вот сам. То есть типа такого шаблона, который, да, можно его отработать. Как машина автомата. Да. Без этих инструкций. Все? Все. Отлично, молодцы. Если поменять последовательность, то получится... Вот, все. Здесь была проблема последовательности. Да, немножко, да, чуть-чуть здесь. Если вторая, например, вот эта загнута, если мы загибаем вторую, вот так, это пока прямая, то эта теперь загнута. И да, если мы вставляем, то она как раз попадает на этот. Ну, да. Все, разобрались, отлично. Не так последовательно. Ну что, качественную обратную связь второй команде? Опять же, здесь это понравилась визуализация, стрелки,
нумерация очень хорошая. Больше ограничителей поставили. Опять же, здесь они нарисовали стадии. Тоже очень все просто, тоже точки. В этом смысле они очень хорошо сделали. Это они тоже сделали, да? Да, да. Ну, тем более, это, да. Это, да, это тоже визуализация. Это, если не ошибаюсь, называется цветовая маркировка, да? Да. Цветовая маркировка, очень все. Мне понравилось. Единственное, да, чуть запутались, но... Не практиковались. Да, не практиковались, да. Надо было чуть больше времени на так, а так я считаю, что очень хорошо. Да, у девочек очень у такой девочек, интересный вариант, да? У девочек вообще нестандартный. Нестандартный, да, нестандартный, вообще. Не знаю, с точки зрения экономической выгоды, но я считаю, что это тоже нестандартно. Они сделали кайдзен на саму деталь. Да. То есть у нас в основном кайдзен делается на рабочее место, а они сделали кайдзен на саму деталь. Я считаю, тоже. То что, команда вторая тоже молодцы, давайте похлопаем. Ну и самое главное еще, на что важно обращать внимание, когда вы проводите особенно кружки качества, наверное, команды это ощутили, что надо максимально уходить от своих таких стеночек, ограничений. Это даст вам новые какие-то идеи и новое направление того, что и где улучшить, и как вообще внедрить. Иногда вообще неординарные какие-то решения, они, как правило, бывают самые правильные и лучшие. Поэтому никогда людей не ограничивайте. То есть давайте такую широкую, обширную зону креатива и идей. И вот с точки зрения даже жизни, у меня есть такой свой личный пример, который вот дает возможность людям уходить от состояния «это невозможно». Вот у меня есть дочь, да, и мы в свое время, когда нам было 7 лет, наверное, у кого есть дети, тоже, наверное, переживали такой момент, мы поступали в школу. Сейчас не просто идут в первый класс, да, сейчас для того, чтобы... поступить в хорошую школу, дети действительно поступают, сдают экзамены, проходят тестирование с психологами. И вот мы тоже, у нас был год подготовки, и потом наши дети идут к психологу, и она с ними проводит определенное тестирование. Самое интересное, мне очень запало вот как раз тот пример, который дети решают вот на таких тестах. Сейчас я вам его покажу. Посмотрим как раз сейчас. Психолог берет вот такой вот лист бумаги и рисует на этом листе три точки. Вот такие три точки. И просит детей 7 лет нарисовать через эти три точки одну прямую. Дети предлагают 11 вариантов решений, 7 лет. И все прямые, да? Это вот вопрос к тому, что выходите за грань невозможного. Ну, хотя бы два кто-нибудь придумает. Да, как вариант сложить, да? Как сложить? Тоже тут разные варианты. Третья точка, что попала между этими. Сделайте. И тут тоже складывается как угодно, главное, чтобы оно попало в него. Да, то есть сложить. Я же вам никаких ограничений не давала, да? Вот еще один вариант. 11, дома можете подумать. Вот еще один вариант. Да, плоскость. Да, второй. Вот еще один вариант. Все возможно. То есть 11 вариантов решений. Поэтому, когда проводите кружки качества, выходите за грани невозможного. То есть смотрите, как решить, а не найти оправдание, что это невозможно. Поэтому вот мое пожелание к вам, и вот этот пример именно жизненный, я думаю, он вам будет показательным очень. Поэтому, ну вот с нашей стороны мы сделали вот такой вот небольшой мастер-класс, для того, чтобы вы прочувствовали именно уже в деле, руками, кайдзен работу, увидели, что ничего невозможного нет, да, все можно сделать и решить. И у меня пожелание
вам развиваться, активно действовать в направлении кайдзен. Вы молодые, энергичные, у вас такой большой потенциал. У вас теперь такой шикарный кайдзен-центр вот со всеми такими технологиями и методиками. Поэтому развивайтесь, двигайтесь к вопросам совершенствования, да, достигайте поставленных целей. И я думаю, что у вас все получится. Вы большие молодцы. Сейчас, наверное, сессия вопросов-ответов, да, фотосессия, если кто хочет сфотографироваться. И да, вы свободны.